Добрый день, уважаемые друзья! Федерация бокса Тверской области объявляет о начале соревнований «Бокс дома». Целью данных соревнований является привлечь наших юных и уже не очень спортсменов для тренировочного процесса в условиях самоизоляции, в домашних условиях. И мы хотели бы, чтобы каждый, кто готов продемонстрировать свои возможности, принял участие в этом интересном, на наш взгляд, мероприятии. Итак, соревнование заключается в выполнении двух упражнений, всем известных. Это отжимание на кулаках в упоре лежа и пресс с двоечкой. Мы просим каждого, кто будет участвовать в мероприятии, обязательно качественно сделать видео, которое будет начинаться с приветствия. Вот Никита сейчас нам его продемонстрирует. Никишин Никита, 2002 год рождения, город Конаково, тренер Сергей Никишин. После того, как спортсмен рассказал о себе, запускается первая минута, и за одну минуту он должен на кулаках как можно больше выполнить качественных, правильных отжиманий в упоре лежа. Как вы видите, спортсмен отжимается от нашего доброго помощника теннисного мяча. Мячик располагается в небольшой крышечке от любой банки, для того, чтобы никуда не укатился. В обязательном порядке держится прямая спина. Колени не касаются пола. Следующее упражнение сразу же после отжимания – это пресс. Как только закончилась первая минута, кто-то из ваших помощников должен вам скомандовать, что начинается второе упражнение. И это пресс с двоечкой. Все умеют выполнять это движение. Обязательно нужно лечь на пол, коснуться лопатками пола, потом вертикально сесть и выполнить раз-два двумя руками. Это также длится ровно одну минуту. И как только упражнение заканчивается, спортсмен останавливается, поворачивается и говорит в камеру: «Бокс дома». Вот. Мы приглашаем всех спортсменов Тверской области, всех боксеров принять участие в этом мероприятии. Занимайтесь дома, находитесь на самоизоляции, но по-прежнему оставайтесь спортсменами.